обрыва White Cliff Bay, этот обрыв называется, и пролив грандиозный Ла-Манш. Сегодня очень неспокойное море. Ты чье собачье? И что ты тут кушаешь, расскажи мне. Собака практически смешалась с водорослями. Ой, какая маленькая, смешная. Какая маленькая и смешная собака. Ну вот, посмотрите, что она делает. Вы посмотрите, что она делает. Она толкает носом этот булыжник огромный. Да куда ж ты его берешь? Куда? Ой, я не могу, какие смешные эти собаки. Я обожаю животных. И вот, вы знаете, интересная еще история такая, что я по молодости была собачница. У меня всегда были собаки, я их воспитывала, я их тренировала, учила сидеть, стоять, лежать. А теперь почему-то, вот я замечаю, что с возрастом я стала больше благоволить к котам. Вот потискать теперь котов. Я приезжаю, у меня у сестры 2 кота. И я просто балдею. Я их тискаю, тискаю, тискаю. Обожаю. По-моему, даже вам где-то показывала, снимала у нее. Черный кот короткохвостный. Как у рыси у него короткий хвост такой породы. Меня также спросят говорить, какая у нас погода. Сколько градусов. Сегодня у нас плюс 18. Очень тепло, тихо. Как вы видите, ни ветерочка опять, ни дождика. Прекрасная прогулка будет у нас сегодня, я надеюсь. Послушаем птиц, погуляем. Специально подошла поближе. Подумала, что это лесной орех. Бывает такое, но это нет. Это очень мелкий желудь нападал с дуба. Я стараюсь выискать для вас такое место, вы знаете, уединенное, чтобы было красиво, тихо и было что посмотреть, какие-то дома отдельно стоящие и природу также. Ну вот как раз, по-моему, сегодня я такое место и нашла для вас. Это пригород Бембриджа. Посмотрите. Ну вот видите, как интересно. Я заехала там по грязной дороге, какой-то проселочной. Если место не знаешь, то трудно, конечно. И даже навигатор я использую, но он не всегда показывает правильную дорогу. А здесь, видите, можно было чудесно припарковаться и прогуляться. Иногда можно даже не понять. Вот здесь, видите, стоит дом и лужайка перед домом. Вроде как частная территория. И тем не менее, вот эта вот дорога справа, это как раз дорога прогулочная для всех. А вот только 5 минут назад я увидела такую большую дорогу, прямо даже для машины проезд. И никаких надписей там не было, что это private, частная территория. И вот я пошла, и оказалось, что прошла совсем зря, потому что выхода там не было. Было все закрыто, и стоял уже большой частный дом. Ну вот иногда можно немножко побродить, но в конце концов найдешь правильную дорогу. А здесь, видите, вот бангало сплошь стоят тоже красивые. О, не красивые, обычные, но расположение неплохое. Вообще пандемия, коронавирус этот, вы знаете, не хочется о плохом, конечно. Но вот действительно, как кто-то говорил, что этот коронавирус, он разделит нашу жизнь на до и после. И как-то было непонятно, что имеется в виду. А сейчас, по-моему, это точно, что пандемия и коронавирус разделил нашу жизнь на до и после. Потому что вот случайно, вы знаете, я открыла, думаю, посмотрю,
какую-нибудь хорошую программу. А то что-то надоело, этот все постоянный негатив везде. Я открываю, называется Strictly Come Dancing. Кто живет в Англии, знает. Но это «Танцы со звездами», так называется. Передача здесь такая. Она всегда шла перед новым, перед Рождеством, перед Новым годом. Вот начиналась где-то в конце октября. И раз в неделю, в субботу, воскресенье немного даже там результаты показывались. Очень интересная, красочная, просто великолепная музыкальная программа. Красивые люди, красивые съемки. Мы всегда смотрели с удовольствием с мужем. Ну и я вот что-то посмотрела, думаю, найду и посмотрю себя, порадую этим. Я нашла на BBC, на Первом канале, ну у себя в компьютере, на плеере своем, вот эту программу, стала смотреть. Вот смотрю я эту передачу и понять не могу, написано, что ноябрь 20-й год, значит, а там все целуются, все обнимаются, рукопожатия, объятия тесные, потом эти тренировки постоянные, постоянное куда-то передвижение, и полный зал людей, и комиссия у них там, и жюри у них там сидят люди. В общем, понимаете, я смотрю и думаю, что происходит, почему это мы тут все взаперти, все закрыто, а что в Лондоне получается, можно спокойно вот так вот делать съемки BBC и ходить спокойно. Стала смотреть, а почему такое происходит, что меня удивило крайне. Мы тут сидим взаперти, а там люди вот так вот спокойно развлекаются, свободно. И я открываю еще раз, стала смотреть эти записи, все эти видео. И оказывается, что это были съемки 2019 года, всего лишь навсего год назад. И потом показано, что сейчас никаких, конечно, съемок нет, Strictly Come Dancing, вот эти «Танцы со звездами», там они немножко показали, каждый по скайпу или как какой-то программе, но, в общем, на экран выводятся люди, каждый сам сидит в своей каморке, что-то такое грустно рассказывают. И вы знаете, я вот тут действительно поняла, что до пандемии, до коронавируса мы даже не понимали, что вот такое вот общение тесное, чудесное, когда ни о чем не задумываешься, обнимаешься, целуешься со всеми и протягиваешь руки всем в рукопожатии. И оказывается, что это все мы сейчас будем воспринимать просто как какой-то дар и счастье. Вот правильно, что коронавирус разделил нашу жизнь на до и после. Действительно получается, что мир разделился на до и после этой страшной болезни. И теперь, так я понимаю, что мы будем жить с этим постоянно. Неизвестно, когда все это еще закончится, и чем это все закончится, сколько людей еще пострадает, сколько погибнет, никто не знает. А Борис Джонсон в своих постоянных выступлениях по BBC, телевидению английскому, только и говорит, что трудная история, трудный период, мы должны все сплотиться, мы должны все соблюдать меры безопасности, мы должны сделать все, чтобы сохранить и оградить от проблем наше английское здравоохранение. Вот представляете, он только и говорит, что нужно сберечь NHS, английское здравоохранение, английскую медицину, чтобы, не дай бог, не случилось там у них никаких проблем. А то, что там они не берут людей лечить, не умеют лечить и не хотят лечить. То есть самое главное, как говорит Борис Джонсон, это защитить английскую медицину, а не вылечить людей. У меня возникает вопрос, а для чего тогда вообще существует эта английская медицина, если они в такой вот страшный период этой заболеваемости высокой, пандемии, они только и делают, что защищают сами себя. Ну, не знаю, это конечно, такой вопрос непонятный, и не буду я о нем много говорить. Я просто вам рассказала, как здесь происходит все это и как обстоят дела здесь с лечением, с болезнью, с этим,
COVID-19. А это впереди мы видим спасательную станцию, водную спасательную станцию в городе Бембридж. У нас таких спасательных станций на острове, по-моему, несколько. Ну вот одна из них я вам показываю. Видите, как она выглядит? Она на таком находится пирсе, и пандус вниз спускается в воду, видите? То есть, если вдруг случается какая-то беда, какая-то опасность и какая-то авария произошла с лодкой, с моторкой или с парусным судном, с яхтой, с катамараном, сюда сообщают, и спасатели быстро. Там вот иногда это открыта станция, можно посмотреть, водят туда людей, как на экскурсию. Там посредине стоят несколько лодок огромных. Здесь как раз и картинки нарисованы. Видите, вот эта вот лодка, которая стоит там на станции спасательной. Вот так она выглядит, огромная. Эти лодки моторные, по нескольку моторов, по-моему, по два мотора на каждой лодке. И 8 человек спасателей. Вот такие вот огромные лодки. Значит, они там уже стоят на полной готовности. И когда опасность, им говорят координаты, куда ехать, эта команда быстренько прибегает, садятся, лодка автоматически вот с этого пандуса моментально съезжает и помчалась спасать людей. Очень хорошая вещь. Но вы знаете, это редко очень бывает, чтобы были задействованы эти спасатели, но иногда бывает. А вот написано: мина, какая-то водяная мина, представляете? Здесь у них клуб, вот там наверху, это морской клуб, и здесь мина. Красивый вид, старинные якори ржавые кругом, и вот там еще одна мина, написано Isle of Wight Historic Lifeboat Trust, то есть лайфбот, это вот как раз спасательная служба. И здесь написано все об этом клубе. Вот написано здесь, видите, какая-то погода должна быть написана. Вот на этой черной доске forecast, это прогноз погоды. А там написано Bembridge Weather Stone. Это камень погодный. Интересно. Я привела вас на территорию огромного отеля еще. Вот так он называется. Bembridge Coast. Побережье в Бембридже. Давайте погуляем мы с вами здесь. Я вам немножко покажу эту территорию огромную. Может быть, даже зайду туда в отель на ресепшн, если там продается кофе на вынос, то куплю. Ну и покажу вам также, что там внутри. Это очень популярный отель, когда-то был в прошлой жизни, да, и сейчас даже я смотрю, здесь на лавочках сидят, отдыхают люди. Скорее всего, что даже сейчас он принимает каких-то постояльцев. Небольшое число, но все-таки постояльцы здесь есть. А еще посмотрите, здесь огромная площадка для игры в гольф. Все для этого здесь приготовлено. Какие-то увидела грибы я здесь. Не знаю, что за грибы. Сейчас посмотрим. Вот такие вот грибы. Вообще это какой-то вид съедобных грибов. Но они уже перестояли. Поэтому, конечно же, брать их я не буду. Не все перестояли, но перестояли. Вообще эти грибы у нас, я знаю, назывались путники. Посмотрите, еще грибы. Показываю вам, как интересно. По-моему, или если я не ошибаюсь,
Это рыжики, друзья. И, наверное, я даже их я соберу. Какие шикарные рыжики, друзья. Очень хорошие, такие крупные и даже не червивые. Шикарные. Я собрала здесь, но вот у меня всегда с собой ножик. И я всегда с собой носила какие-то пакетики. А сейчас, к сожалению, пакетика нет. Но я все равно заберу. Вы знаете, эти рыжики можно жарить, очень вкусные. Эти рыжики можно также солить. А я, наверное, пожарю. Я смотрю на этой поляне для игры в гольф. Там вон виднеется шляпки. По-моему, сыроежки и еще очень много грибов. Сейчас пройду, покажу вам. Да, вот смотрите, это сыроежки, друзья. Очень хорошие. Просто замечательные. Ну и вы знаете, я что-то как-то, если я уже нашла рыжики, я сыроежки брать не буду, конечно. Но их здесь также много, посмотрите. Очень много сыроежек. Надо же. Кто бы мог подумать. Даже в лес не надо ходить. О боже, сколько их тут много, посмотрите только. Просто усеяна вся поляна. Но я все-таки иду с вами дальше по территории этого отеля. Вот видите, вот показываю вам, сколько здесь всего интересного. И вот эти птицы умные, вороны. Очень часто можно встретить, гуляют. И посмотрите, какие красивые лавочки здесь. Обозревать пролив Ла-Манш или English Channel. Видите, вот, пожалуйста, все могут, кто в этом отеле остановится, смотреть на это побережье, играть в гольф, гулять. Здесь, по-моему, вот таких вот несколько двухэтажных корпусов. А это, опять же, краболовка, друзья. Я иду, продолжаю здесь гулять. И видите, сколько у меня находок сегодня. Краболовка даже. Но краболовка уже поломана, конечно. Но думаю, что вы понимаете, как она используется. Идем дальше. Я показываю вам со всех сторон вот эти огромные корпуса. И этот отель, он расположен на большущей территории вдоль пролива Ла-Манш, точно так же тянется. Очень красиво. Здесь можно найти все, что угодно. Но, несмотря на то, что попадаются иногда редкие какие-то постояльцы, но сейчас, когда я посмотрела, что, видите, все окна закрыты, все здесь закрыто в этих отелях, вряд ли, наверное, здесь что-то работает, я просто ошиблась. Но вот, тем не менее, я продвигаюсь все дальше и дальше вглубь отеля. Пока еще меня никто не остановил, хотя не знаю, иногда здесь бывает гулять опасно. Гуляла с вами немножко, ну, вы знаете, так интересно получилось, что я настолько увлеклась грибами, и я столько много грибов собрала, несмотря на то, но я бы набрала, конечно, еще больше, потому что я знала, что у меня нет никакой... с собой ни пакета, ничего, я только в рюкзак, и поэтому сыроежки я не взяла, но сыроежки были настолько плотные, сочные, огромные, красивые, что просто было жалко оставлять. Ну ничего, сейчас покажу вам, сколько я набрала грибов. Смотрите, какой урожай я собрала сегодня на гольф-поле. Друзья, с ума сойти, вот это называется маслята. Вот это вот называется рыжики. Вот они сплошь.
Рыжики, рыжики. Вот это вот называется шампиньоны огромные такие переросли. И еще вот такие вот я немножко, это сыроежки, я немножко их взяла. Очень уж они красивые. Но вообще я не ожидала такого. Здесь, наверное, килограмма два будет грибов. Вот это да, 13 ноября. Прогулка, к сожалению, по отелю у нас не получилась. Ну ничего, в другой раз. Так быстро кончается день. А в ноябре, в декабре будет еще меньше день. А светлый день, я имею в виду, вот сейчас уже половина четвертого. И солнышко уже садится. Мне еще до машины идти больше полчаса. Поэтому я, друзья, уже пошла. Не хочу я ездить по темноте. Боюсь и не умею. Ну а с вами на этом я прощаюсь, друзья. Всего вам доброго. Берегите себя. Увидимся еще. Пока-пока.